В Уральске детей с нарушением интеллекта несколько дней не возили в школу из-за проблем с бензином для школьного автобуса. Обучаются во вспомогательной школе 310 детей. 250 из них живут в интернате, всех остальных привозят в школу специальный автобус. Между тем, в ряде СМИ появилась информация, что дети до сих пор пропускают занятия, поскольку автобус перестал ездить, а у родителей нет средств возить детей в школу на такси. Как выяснилось, покупает школа бензин для перевозки детей по тендеру. Директор учебного заведения отметил, что в связи с изменениями цен на бензин администрации пришлось перезаключать договоры на приобретение топлива. Проблема насчет подвоза детей в данный момент не существует. Все решенные. Было время, когда в прошлом году по госзакупке мы приобрели бензина по 123, сейчас по 134. Но проблема подвоз детей в данный момент все решено. Из-за бензина проблем не было. Только из-за ремонта вот так 2-3 дня и все. Я сама постоянно езжу. Мне трудно с Чиганска приезжать сюда. Наоборот, легче на школьном автобусе мне приезжать. Мы уже привыкли к этому. Постоянно езжу утром и вечером.